Добрый вечер всем поклонникам баскетбола. Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ продолжается. И соперник Пармы сегодня московская МБА. Новичок Единой лиги ВТБ забивает из трехсекундной зоны. Джейн там разбирается, а Пушков ему ставит блокшот. Павел Антипов на Робертсона. Хорошая передача. В итоге Робертсон взлетает из трехсекундной зоны. Тоже сложно сказать, кто совершил перехват. Но вот здесь понятно, что Робертсон из рук Пушкова. На Походяева. Походяев забьет сверху. О, Данила это умеет делать. Моментом. Из рук Антона Пушкова мяч получает на Воронова. Воронов трехочковый. Воронов забивает еще одну треху для МБА. Пушин в проходе, его накрывает Джеймс, и еще и со спины прилетает. Та игра, в которой играют люди, а не роботы. Глеб Шейко, навес на Димэ, Димэ колотит сверху. Прекрасный алиуп в исполнении игроков пар. Нет здесь перехвата, но 4 секунды остается. Шейко снова из-за дуги, Шейко снова попадает. Остается... И Кушин издали через Джеймса затыкает сирену. Тимофей 59-60. Джеймсу остается в лицевую линию. Идет на Касаткин. На Касаткин против Попова. Не стал атаковать. И Кушин забивает трешку через Шейко. Лопатин прямо в руки Робертсона. Передачу адресует. Платонов против Робертсона. Походяев добивает сверху. Очень доволен. Сам Даниил довольный зритель. Александр Каменко все-таки бросает. И все. 78-70. С таким счетом заканчивается матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.